Всем привет, с вами Вульф, и сегодня я продолжаю проходить игру Dishonored. В прошлой серии, как вы помните, мы наконец-то спасли Эмили и нейтрализовали Пендлтонов. Ну, а точнее, отдали им на растерзание Скледжеву. И да, ребят, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Кстати, ребят, создал одну тему ВКонтакте. Там я написал игры, которые я буду проходить в 2015 году. Кстати, ну, список этих прохождений может меняться по мере выхода новых игр. Ну и если я захочу какие-нибудь старые игры проходить, так что это еще не окончательный список. И, ребят, если вам интересно, то можете посмотреть. Так, лорд Пендлтон, давайте с ним поговорим. Loyalist conspiracy thanks you for your work. I don't know if I can. My own brothers. We never believed that you killed the Empress. It made much more sense that the royal spy master, now the Lord Regent, was behind it, aided by some of his key allies. We spent a lot of money and exposed ourselves to great risk in getting you out of prison. But we did it because we believe that you're the one that can make the difference. Oh. And Havelock's looking for him. Havelock? А зачем я ему нужен? Havelock и Мартин. Кстати, давайте закупимся у Пьера, или как его зовут, я уже забыл, если честно, ребят. По-моему, Пьер его звали. Так, он где-то здесь должен быть. Да, Пьер, продай мне вещички, какие у тебя есть. Кстати, ребят, еще сделал новую шапку для канала. Я взгляну на твое оружие и инструменты. Надеюсь, она вам понравится, потому что старая шапка уже надоела, и там на картинке был только один ассасин. Мне кажется, этого маловато. Поэтому я поставил на этой шапке несколько персонажей из разных игр. И такая получилась прикольная шапка, как по мне. Может, кому-то она, конечно, не понравится. Но это одна из моих первых шапок. Я, по-моему, во второй раз шапку делал. Итак, усыпляющие болты покупаем. 6 штук это неплохо, но желательно, чтобы 10 хотя бы было. Потому что мне усыпляющих болтов понадобится очень много. Отказ на просьбу Пьера. Окей. Еще одно решение. Так. Очень долго, на самом деле, эту шапку делал. У меня аж глаза, блин, заболели. Но когда смотришь на одну и ту же картинку, глаза, на самом деле, ребят, болят. Соколов lives on Caldwin's Bridge about half the time, out over the river. The catch is that I'm afraid you've got to head out right away. While Sokolov is at his apartment on the bridge, Samuel can get you close to the bridge, but you'll have to find Sokolov. Bring him back here intact, and it'll enable us to make our next move. I can't believe what you've done so far. Escaping from Coldridge, taking down the High Overseer, recovering Emily. You make this old military man proud. Ну, спасибо, чел. Мне очень приятно. Так. Ну все, пойдемте спасать Скалова. Отправиться на лодке Самуэля к мосту Колдуина. Так, ну, наверное, выберу арбалет с усыпляющими дротиками. Главное сейчас на правую кнопку мыши случайно не нажать. Так, ну что, погнали. Это точно. Да, попробуем найти Соколова, королевского лекаря. Кстати, именно его бальзамчики мы пьем. А, не бальзамчики, а эликсиры Соколова. Мы их пьем. Они служат для нас зельем здоровья. See all them lights on the water? That's right. We'll be spotted for sure. You're gonna have to shut off their power before I can pick you up. Uh-huh. Now, about bringing Sokolov back alive. He's smart. Maybe even smarter than Piero.
Got the whole of Dunwall under his thumb with all that natural philosophy business. New technology, potions of life. А мне надо его усупить, что ли? То есть он просто так со мной не пойдет? Ну, скорее всего, я так думаю. Так, а дополнительное задание какое-нибудь есть? Вражеские стрелы и болты реже вас попадают. Это новый амулет, что ли? А, я его одел, ясно. Так, 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 а где задание-то, ё-моё? Цель. Вот, поручение. Сейчас у вас нет поручений. Отключите прожекторы, чтобы Самуэль смог подвести лодку ближе к дому Скалова. Найдите дом Скаловой и проберитесь внутрь. Так, надо этих чуваков быстренько усыпить. Мы сейчас посмотрим, отойдут они или нет. Один идет ко мне. Один идет ко мне, надо его усыпить. Во, да, да что ж такое-то? Ясненько. В винном квартале вы что гоните? Я не на то сохранение попал. Не на то. Пардон, ребята. Автосохранение нам нужно. Так, его мы и используем. Ой, случайно нажал на выключение записи, перепутал кнопки F4 и F5. Так. Давайте снова подождем, пока он ко мне подойдет. Можно изгиб времени активировать, но я не успею их двоих задушить. Это будет слишком накладно. Можно активировать изгиб времени, когда ко мне подойдет этот человек. Он меня не успеет уж точно заметить. А потом уже второго вырубить, ну или с усыплящего дротика усыпить. Так, он идет ко мне, значит. Ну иди, 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 чел. Что ж такое-то, ёшкин ты кот. Так, чел, ты где там? Твою мать. Так, изгиб времени. Не помешает. И души его. Молодчинка какая. Успел все-таки его задушить. Так, надо еще трупак убрать. Да, чтобы он его не заметил. Так, еще один изгиб времени. Не помешает. И его душим. Ну, не хочу просто усыпляющие болты тратить. Вот черт, он заметил. Я его не заметил, ё-моё. Да как же я так промахиваюсь-то? Ясно. Ясненько. Ай, блин. Еще раз пробуем. Мой нуба стелс, ребят, продолжается. Мой нуба стелс, ребятки, продолжается. Так, перемещение нам поможет. Надо его задушить. Вот он меня, наверное, и палил еще, к тому же, ребят. Я так думаю. Так, пулей у нас много. Изгибчик времени поможет мне, думаю. Так, этого душим быстренько. И ложим его куда-нибудь вот сюда. Так, открываем дверь и проходим дальше. Нет смысла их, в принципе, усыплять, я так думаю, ребят. Так. Монетки лишненькие не помешают. О, хавчик, то, что надо. У
Нужен ключ от пака Гауза. Где его найду? Вот тена. И где мне искать его? Этот ключик, видимо, у одного из стражников есть. Я так понимаю, да? Ясно. Смола Гальвани. Собирайте чертежи, чтобы получить доступ к новому снаряжению, которое может изготовить Пьера из Павы Писяяма. Ключ от пака Гауза нашли, наконец. Я думал, уж у стражника он будет. Я бы вообще обосрался тогда. Ну, сами понимаете, ребят, возвращаться обратно, чтобы взять какой-то ключик, но это, по-моему, меньшей мере глупо. Можно было, в принципе, взломать, но, к сожалению, Dishonored такого делать нельзя. Так, чел, давай, иди. Тоже поворачивайся. Как и твой дружочек. Давай, быстрей. Вот так вот. Прям как Невский сказал. Вот так вот. Так, твоя мать, а загрузка где последняя? Угу. Ясно. Видимо, далеко, да? Блин, хреново. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, ну ладно, вернусь когда дойду до того места. Так, все, ребятки, наконец-то дошел все-таки до той двери. К сожалению, очень глупо в прошлый раз спалился. Так, ну что, его придется, наверное, придушить, я думаю. Не должны нас запалить. Нет, запалят. Запалят. Вот этот вот чувак третий может запалить спокойненько. Прям спокойно это сделает, ребят. Надо что-то с ним делать. Ну, здоровяк вроде нас не видит. И слава богу, так. Ты чё, чувак? Ну, спокойней. Ну, ё-моё, как ты меня заметил-то, чтоб тебя... Так. Изгиб времени. Так, души. Молодец. Так, хватит у нас. Нет, не хватило. Не хватило у нас, ребятки, изгибчика времени, чтобы придушить этого здоровяка. Придется отойти пока что назад. Пока они все не отойдут. Блин, ну очень с трудом у меня получается стелс, ребят. Ну, сами видите. Я полный профан в этом деле. Чё, насвистываешь? Денег не будет, ё-моё. Чё ты хыкаешь, блин, говнюк? Так, надо думать, что тут можно поделать. Может, туда переместиться? Ой-ой-ой. Да что ж такое-то, блин? О, боже мой, ну что же делать, а? Не, меня спалят, наверное, скорее всего. Да, блин, все, сейчас будет... Три у нас этих штучки, или как они называются? Три полоски замечания. Я не знаю, как это называется. Штука, блин. Ну ладно. Так, один пока дрыхнет, это хорошо. Ты чё ко мне-то идёшь, чел? Ты чё, с ума, что ли, сошёл? Так, сохранение. А, один ко мне идет, вон оно что. Надо с ним тоже что-нибудь делать. Ты чё ко мне идешь? Ну давайте его усыпим, он мне надоел уже.
Так, перенос нам теперь понадобится. И быстренько за ним. Все, готово. Ясненько. Тут один чел был у нас. Прямо около меня. Изгибчик времени тогда используем, ребят. А, вон же наверху стоит. Ясно, ясно. Ну, скорее всего, он того спящего стражника-то найдет, я думаю. Мне так кажется. Сейчас надо прожекторы отключить эти. Твою мать, он ко мне идет. Сейчас он пройдет, и изгибчик времени нам поможет, ребят. Это уж точно. Ну что, он прошел? Да, прошел. Используем изгиб времени. И проходим к прожекторам на дробридж. Эх, что бы я делал без этого изгибчика? Хотя можно было, в принципе, телепортироваться, ребят. Я так думаю. Даже не буду проверять, что там в этой комнате, потому что боюсь просто-напросто, ребят. Итак, отправляемся на дробридж. И будем отключать прожекторы потихоньку, постепенно. Будем их отключать. Ладно, хрен с вами, ребят. Я, пожалуй, перемещусь дальше. Не хочу я вас душить. Уж тем более убивать. Потому что не хочу плохой концовки. А у меня бальзамчики Пьера кончились, что ли? Ты чё, чел? Кто меня спалил? Я хрен знаю, где стою, а он мне как-то спалил. Это как вообще произошло? Не, нам только так, там можно будет проходить. Никак вот этим ходом не пройдешь. Ну, ясно. Решили разработчики надо мной поиздеваться. Че такое? Ни хрена. Офигеть. Мне маны, блин, не хватает, ребят. Где мне ману найти столько, чтобы изгиб использовать? Блин, бальзамчики Пьер нужны тогда. Ёшкин кот. Бальзамчики, где же вы? Вот черт. Остается только перемещаться, ребят, каким-то образом. Давайте сохранимся. И перенос используем. Ух ты, как я переместился-то. Хорошенечко. Так, нам нужно за ним идти. Иди, иди вперед, чувак. Так, душим его, он тут остановился. Главное, контрол не отпускать, потому что... Потому что тогда они не душатся до конца, и он... Мог бы мне дать по роже, в принципе. Это частенько бывает, потому что я слишком рано отпускаю контрол. Блин, ну не нужны мне целебные эликсиры Соколова. Они мне урона не наносят, потому что я по стелсу прохожу. Ёшкин кот. Так, ладно. Их, пожалуй, трогать не буду. Так... Сейчас они сюда, наверное, пройдут, да? Я же убрал баг с ворванием, блин, аж заговариваться начал. От страха, ребят. Да, он сейчас идет туда. Увидит то, что я того задушил. И, скорее всего, к нему потом пойдет. Так, ну где ты? Ну твою-то мать, ну хрен ли ты так долго-то идешь? Я не понимаю, что с вами становится. Вы специально так делаете, что ли? Ребят, ну нельзя ж так, ёшкин кот.
Вы хоть немного имейте уважение ко мне и не делайте так. Все, пойдем вперед. Твою ж мать, ни хрена! И что делать? И что, черт возьми, делать? А, там же вот этот вот баг с ворванием я как раз убираю, да? И тем самым отключаю эту электрическую штуку, скорее всего, я так думаю. Не знаю, ребят, прохожу игрульку в первый раз. Вообще полный профан в ней, как я уже сказал. Да, вот этот вот провод идет к той электрической штуке. Ну и, скорее всего, значит, мы отключили ту электрическую штучку. Да-да-да, так оно и есть. Ты чё, здоровяк, бормочешь себе под нос там, а? Не бормочи. Я тебя уже задушил, вот ты и бормотать не будешь. Так. Ага, тут цепочка. Значит, надо сохраниться, потому что я не знаю, допрыгнул ли я или нет. О, допрыг. Ну. Так, и чё? Оп. Как я ловко-то, а? Как я ловко. Чё, спокойно, спокойно, спокойно. Ну, чтоб тебя... Как ты заметил-то так быстро? Блин. Хреново. Оп. Как хорошо-то я схватился, успел, самое главное. Сейчас он пройдет, ребят. И я тогда телепортируюсь к нему. Ну что ты, чувак, будешь проходить мимо меня, нет? Чел. Сейчас, блин, телепортируюсь, и он там пройдет наверняка. Ну так всегда бывает, ребят. Так всегда. Чел, ну чё там с тобой такое? Ты чё там, подох, что ли? Непонятно, что он там делает. Или он здесь меня где-то заметил? Я уже не помню. Да, он, по-моему, меня где-то здесь заметил. Так, темное зрение, может, активируем? Ага, он наверху. Ясно. Надо на всякий случай сохраниться и пойти наверх. Твою-то мать. Нет, чувак, иди мимо меня. И что, усыпляющий дротик у меня есть? Так, он наверх опять пошел. Пыч! Ах ты сволочь. Успел, успел я. Усыпить его. Ключ от дроп-бриджа. А зачем он нам? Стоп, они что, тоже заметили? Что это такое? Крысы, что ли, какие-то? Не пойму. Так, стоп, а нам надо на этот мост, да? Видимо, так, ребят. А, все. Вроде бы все правильно сделал, не знаю. Так, перемещалочка. Поможет нам, надеюсь. Да, помогла. Так, сохранение не помешает. Блин, трудное задание. Ёшкин кот, ребят. Так, и отключаем прожекторы на дроп-ридж. Да что ж такое, кто заметил-то? Кажись, просто ветер. Ясно. Все с тобой ясно, чел. Я понял, что это просто ветерок подул. Ну и замечательно. Так, мана опять нету. Сохраняемся и телепортирую. Имса. Блин, а я ж там упаду. И как мне тогда пройти туда... Ух, как вовремя-то вы меня заметили, ребят. Просто пипец, как вовремя. Так. Что же мне делать-то тогда? Может, я сюда телепортируюсь? О, осторожней. Чел, ты будь осторожнее, окей? Да что ж такое?
Ясно, они меня сразу замечают. Блин, без бальзамов Пьер, конечно, ну, трудоемко и работает будет, я так думаю. Ну пусть этот чел уйдет, да? Пусть этот чел уйдет. Давай, давай, чел, уходи. И мы тогда уже телепортируемся на эту балку, на этом мосту. Да, ребят. Все, вроде он ушел. Давай, мана, мана, накапливайся. Давай, 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 давай. Молодец. Не-не-не, чел, не успел ты меня заметить. А вот другие успели. По ходу дела. Да-да-да, успели. Но я думал сейчас на самом деле, что они скажут, да это был просто ветер, но нет. Они заметили меня. Ребятушки меня заметили. Так, ага, он опять сюда идет. Сейчас дождемся, пока он обратно пройдет. И уже его тогда придушим. Или же я постараюсь оттуда сбежать. Давайте лучше сбежим. Да, я, пожалуй, так и сделаю. Потому что пока я его буду душить, меня, скорее всего, запалят другие стражники, я так полагаю. Ну, в прошлый раз они меня так спалили уже. Поэтому будет лучше, если я сбегу просто. Вы представляете, чел ходит по балкам, и они его не замечают. Так, надеюсь, ты не повернешься. Вот прям наверху хожу на балках этих, и они меня не замечают каким-то образом. Они что, наверх не могут посмотреть? Они слишком глупы, чтобы это сделать, мне вот интересно. Итак, давайте, ребят, похитим Соколова, но я так полагаю, то, что мне придется его таскать до лодки Пьера. А, нет, Пьера ко мне подплывет, вроде бы, он сказал. Я надеюсь, мне не придется его таскать до лодочки Пьеру. Скорее всего, это делать не придется, я так думаю. Это было бы слишком глупо. Итак, руна, ребят, еще одна. Еще одна руна, это, конечно, хорошо. Но мне желательно бы побольше рун найти все-таки. Так, сохраняемся. Ага, тут еще один чел стоит с таким грозным видом. Так, ну давайте их попробуем усыпить. Ага, еще один ко мне идет, да? Знаете, пока болтуны говорят. Пускай они говорят. Болтунишки. Так. А я вон там могу спройти, интересно? Наверное, нет. Так, вали, вали отсюда, стражник. Блин, изгиб времени только что хотел использовать, чтобы вот этого задушить, а второго с усыпляющего дротика усыпить. Но нет, ребят. Не тут-то было. Бальзамчиков Пьера нету. Так, ты где, чел? Чел, ты куда? Делся-то? Ты что тут делаешь-то, ёшкин кот? Пошел, значит, около раковины помыться, наверное, блин. Так, вы давайте, ребят, идите, поразговаривайте. Я вас двоих усыплю, потом третьего. Ага, тут еще один чел сверху. Ясно. Вот он меня мог бы испалить, кстати, ребята. Надо быть с этим поосторожнее. Надо осматривать всю местность, которая около нас есть, чтобы не было в будущем таких ошибок. Готов. Нифига, у нее там другая рука мандражирует. Они сразу его заметили, естественно. Ребят, да ладно. А я что-то даже не подумал, что вы знаете. Опа. Блин, заметили меня. Черт возьми, как же тут быть-то, ребят? Как же тут быть? Не приложу ума, конечно. Но тут стекло, ребят. Это очень плохо. Со стеклом я ничего не поделаю. А может, вон туда переместиться? Да-да-да, ребят, попробуем.
Ну-ка, может быть, что-то это нам даст. И мы сможем мимо них пробраться. Давайте попробуем это сделать. Да, мы смогли пробраться мимо них, но надо еще убрать баг с ворванью. Чтобы вот это вот электрическое поле отключилось. Да-да-да, надо убрать баг с ворванью. По-другому не сделаешь. Перенос нам тоже не поможет. Ну, хоть попытался, ребят. Попытка не пытка, как говорится. Итак, где же там баг с ворванью-то нужно убрать? А, вижу, вижу. Понял. Ну, я могу туда дальше телепортироваться? Да твою мать! Поплавали, блин, ёшкин кот. А, хороша водичка нынче, да? Ладно, перезагружаемся. А как же я туда телепортируюсь, ёшкин кот? И самое главное, как они туда ходят. Так, мана, накапливайся. Не, ребят, ну это же нереально, ёшкин кот. Да не... Грёбаное колесо, как ты меня бесишь, сука, а? Грёбаный кусок дерьма. А, надо же отключить это колесо, да? А, ясно, наверху. Так, ладно, перезагружаемся тогда. Наверху можно отключить это колесо. Так, куда этот провод ведет? Да, наверх. Ну, пойдемте отключать тогда. Он же наверх, я надеюсь, ведет. Этот провод. Души, души его. Я уж подумал, то, что я не успел подержать Ctrl. И мне придется начинать сначала. Но нет, я успел подержать Ctrl, сколько нужно было. Итак, теперь телепортируемся, ребятки. Естественно. Бальзам Пьера, откуда он у меня? Я что, убрал, что ли, где-то? Так, чел, отойди, отойди от меня. Вот, они уже здесь. Боже, нифига себе. Да, у меня был один бальзам Пьер. Видимо, я где-то там его нашел, но не заметил этого. Как всегда. Так. Да чтоб тебя, сучка. Ай, блин. А я сохранился хоть? Что, заново, что ли, придется? Ну ладно, хрен с ним, давайте попробуем заново. Почему бы и нет? Ты чё, ублюдок? Ты чё делаешь такое, а? И что иметь? Души-души его. Молодец, красавчик Корво. Вот он, да, бальзамчик Пьер, который я забирал. Я просто иногда не обращаю на такие мелкие детали, типа бальзамчики Пьер или эликсира Соколова. Но сами понимаете, ребята, это, в принципе, мне не интересно. Это, в принципе, мне не интересно. Так, вот тут, в принципе, можно пройти. Было и не использовать телепортатор. Так, сучка, нет, не надо меня замечать. Не-не-не, иди. Иди подальше. Иди куда шел. Чел. Чел. Да-да-да, крысы, они повсюду. Как ты можешь заметить. Так, ладно, уходи. А ты сюда не пойдешь, чтобы ставить новый баг с ворванию? Нет, он не пошел, ну и слава богу. Значит, идем дальше, ребят. Твою мать! Блин! Охренеть. Вовремя ты пошел. Да что ж такое-то? Как я тут пройду-то? Меня сейчас заметят. Так, телепортнулись. Сейчас он пойдет, идет, наконец-то. Все, телепортируемся сюда и идем в домчик Скалова.
Блин, 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 быстрее, 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 быстрее. Боюсь уже пробегаться. Потому что не хочу, чтобы они меня заметили. Это Соколов, что ли? Стрёмный он какой-то, ребят. Еще до дома Соколова идти. Офигеть, как же это долго все-таки. 70 метров, это все-таки немало, скажу я вам. Так, а тут можно пройти как-то интересно? Может быть, с помощью мышки можно залезть в, залезть в норку какую-нибудь, я не знаю, ребят. Ну, мне кажется, что да. А вот тут, мне кажется, можно телепортироваться, в принципе, да? И уже пролезть к Соколову. Нет, нельзя. Мышки, мышки, стоп, 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 стоп. Маны нету, маны! Блин, сволочи вы гребаные. Чего на меня нападаете, паскуда? Не могу, не могу, ребят. Это хреново, надо, блин, бальзам Пьера искать. Потому что с помощью мышки я мог бы пробежать, в принципе. Может, тут как-то сверху можно проникнуть? Так, стоп, ну-ка, перенос. Так. И где это я очутился? Около дома Соколова вроде бы, да? Твою мать, нету там никого, чел. Спокойно. Спокойно, это просто ветер. Да, крыса, крыса. Сами понимаете, ребят. Нет, всего лишь навсего крыса. Да-да-да, ребят, идите за ними. Да сука, что ж ты, почему ты тут вышел? Ты ёшкин кот, я аж заговорился от этой хрени, блин. Этот мразь... Эта мразь, блин, в самый неподходящий момент вышла. О, боже мой. Вот почему? Почему вы выходите в самый неподходящий момент? Когда мне совершенно этого не надо. Ну чё, чел-то отошел там, нет? Ну и чё ты бьёшь его, когда нужно душить, а? Может, надо их спасти? Так, их двое, да? Может, усыпим их? Да, давайте, ребят. Готовы? Сейчас, 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 ребят, освобожу вас. Что такое? Nearby, there's a partially collapsed building. Up on what used to be the third floor, you'll see a painting. I used to work there. Behind the painting, there's a safe. 294, говоришь? Открыть сейф за картиной. На какой там? На третьей она говорила или на какой? Вроде бы на третьей. Так. А, вон он, тайный сейф, ты ёшкин кот. Вон он, тайный сейф, ребят. Так, стоп. Вот она картина и 294 код. Так, 294. Это мой первый открытый сейф, ребята. Ух ты, слитки, золотые, пастовые монет, которые стоят ни хрена. Это круто, ребят. Мне 200 монет не помешает. Это уж точно. Да и никому, я думаю, они не помешают. Так, дом Соколов находится наверху. Уже совсем близко мы к нему находимся. Ну, давайте их усыпим.
А, у меня один усыпляющий дротик. Не-не-не, ребята. Не так-то все быстро. Как я хотел бы. Because it is our job to look after Sokolov and make absolutely sure he continues his work. The screams are evidence his work continues. Thus, the screams are. Придурки! Охраняют они Соколова! Херососы, блин! Охрененно вы охраняете Соколова, ребят! Я просто мимо вас прошел. Разыскать Соколова. Где я, по-вашему, буду его искать? А? Это очень интересная. Интересная загадка, которую мне сейчас предстоит решить. А, ну, давайте его задушим. Давай, души его. Похрапи немножко, чел. Они там эликсирчики, что ли, пьют? Наркоманы, а? А, он там, наверное, наверху, я думаю. Или где-нибудь здесь. Так, это кто такая? Не-не-не. Все ясно с вами, ребят. Эта сука меня спалила, паскуда ты гребаная. Я опять здесь очутился. Снова прошел мимо них. Блин, ясно. Мне кажется, вот там он, наверху где-то. Начал, держи. Да чтоб тебя, ёшкин кот. Блин. Что-то мне не получается, ребят, вообще. Вообще как-то я туплю по-жесткому, ребят, извиняюсь, но просто не получается пройти дальше. Там куча, блин, стражников. А, мне надо убрать Бакс Ворванью. Он аж там. Сохранение. Так, подкопи, подкопи, подкопи энергии. Немножечко маны не помешает никому. Не-не-не, не акай тут не, чел. Все, мы можем пройти дальше, ребят, к Соколову, наконец. Так, вы не пойдете, надеюсь, Бакс Ворвани туда вставлять, а, ребят? Стоп, это не то. Это не то, что мне нужно. Поспи немного, домработница. Так, ну тут надо ломать. Ага, мы тут наверх, наверное, сможем переместиться как-нибудь, да? Так. Ну да. Наверх идем. Не успел он, слава богу, пройти. Так, а вон Соколов, да? Вот где-то здесь. А может и нет. А, Соколов наверху, наверное, ребят. Я так думаю. Он же там, мне кажется. Я почти на 100% уверен. Спасибо, чел. Ты просто красавец. То, что вышел в такое удобное мне время. Так, этот вообще смотрит по сторонам и даже не видит то, что его приятеля душит. Не-а, чел, не-а. Ты этого не сделаешь.
Ни под каким предлогом. Старая карта побережья. Все-таки, ребята, одного человека я убил, но пришлось. По-другому никак. Усыпляющих дрочков у меня нету. Значит, никак я по-другому и не сделаю. Измельченный кристалл. Тут они кого-то препарировали. Так. Ага. Почитайте. Я тоже. О, болты. И усыпляющие дротики. То, что надо. Усыпляющие дротики мне не помешают. Так. Измельченный кристалл. Еще один. Так, у меня два дротика есть усыпляющих. Блин, где же этот гребаный Соколов-то? Прячется, скотина ты мерзкая. Скотина ты потная. Тварь ты бездушная. Так, его нужно задушить, я так понимаю. А, оглушить Соколова. Да-да-да, ребят, все, все так и есть. Готово. Ключ от дома Соколова. А, так, оглушили Соколова. Его можно было убить, в принципе, но зачем нам это делать? Тащить Соколова к Самуэлю, который ждет вас у дома, да? Так, ясно. Все с вами ясно. Так, руна где-то. Вот она, прямо около него была. Блин, ребят, ну это очень опасно, конечно. О, бог ты мой. А, можно отсюда телепортироваться, ясно. Ну, круто, Самуэль, я иду к тебе. И идем мы с Соколовым в придачу. В придачу с Соколовым, ребятки, идем. Самуэль где-то здесь. А, он внизу, наверное, да? Такие сейчас стражники смотрят на меня. Это кто там идет к Соколову? Не знаю. Да пофиг на него, наверное, крыса какая-то Соколова тащит. Как тебя тут не спалили, мне вот это интересно, чувачок. А он не проснется раньше времени? Да, надо вернуть Соколову. Угу. Хаос в мире низкий. Найдено ваших жертв 3. Убит врагов 1. Круто. Это замечательно, ребятки. Это просто круто. Итак, возвращаемся с Самуэлем домой. Соколов, просыпайся. Приехали. Что-то он спит, спит, не просыпается. Видимо, я его, наверное, передушил немножко. А он и Пендлтон, лорд Пендлтон, так сказать, ждет нас. Well done, Corporal. Well done. I doubt a dozen soldiers could have done it better. Sokolov's knowledge will enable us to strike at the Lord Regent directly. And ultimately help you get your life back. Soon, we won't have to hide in the shadows. The royal physician is brilliant, but he was a fool to protect the Lord Regent. Sokolov gave us the elixir, the war machines. He could have made us a great nation. Now he pays the price for siding with a tyrant. You have my thanks, sir. Да всегда, пожалуйста. Now is a good time. Ну, потом вздремну, я с удовольствием отдохну. Так, ребят, если вы вдруг слышите телевизор, то сразу извиняюсь. Можешь приходить сюда, когда захочешь. Ну, давай. Допросить Соколова, ребят. Допросим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Благодарность лорда Пендлтона. Корво, мои братья доставили множество бед. Я не хотел бы
более вспоминать об этих людях, но должен вас уверить, я искренне вам признателен. Мне стало известно, что вы обезвредили их, не прибегая к кровопролитию. Блестяще, где бы они ни находились, сколь жалкое существование не ждало бы их, они живы. Кто знает возможности, я их еще увижу. Лорд Тревор Пендлтон. И 200 монет. Портрет Корво, нарисованный Эмили. Корво, на этом рисунке я изобразила тебя без твоей жуткой маски. И чё? Я даже не увидел. Записка от Пьера. Корво, благодарю за живого плакальщика. Мой старый друг из Академии естественных наук будет в восторге. Добыть живого носителя чумы – редкая удача. Уверяю вас, что он проявит все возможное человеколюбие Пьеру. Так, ну все, ребят, как уже сказал, я уже на этом закончу. Если вам понравилась серия, можете поставить лайк и подписаться на канал. Все, ребят, всем спасибо за просмотр и всем пока.